Для моего коварнейшего плана понадобится вот этот вот 300-й гвоздь. Охренеть, какой он большой. Из гвоздя сделал вот такую вот, как ее назвать-то, пику, хрен знает, острую херовину, так я ее и назову. Для дальнейшей работы понадобится папка обычная под файлы с жесткой толстой коркой. Так, летит прямо, осталось испытать дальность удара. Идем на улицу и испытываем его. Зачетную развлекуху сделал. Втыкается вообще на ура просто. Это просто огонь, блядь, ой, захера, ее не вытащить теперь. Так, расстояние примерно, сейчас померю. Расстояние 10 метров, буду попадать в дверь, там по центру есть мишень, попробую попасть. В яблочко. Попытка вторая. Хочу в центр попасть. Лопасти отлетели. Где еще одно? Где еще одно? Не знаю. От силы удара. Он пластик такой, как бы не это, не жидкий, а такой. Ну, его можно поломать. Короче, вот такой вот сегодня дротик. Повеселил ребенка, повеселился сам. Подписывайтесь на канал, если понравилось видео. Ставьте лайк.
или дизлайк, это уже ваше право. До скорой самоделки. Пока-пока.